Друзья, всем физкульт привет! С вами я, Палкин Сергей, и вы на канале Палкин Тим. Новый выпуск, и я продолжаю серию обзоров залов. Сегодня у меня Redcorn One за спиной. Это один из моих любимейших залов, поэтому будет очень интересно. Поставьте лайк, не забудьте подписаться и пойдемте в зал. Так, зал находится в Бока-Ратон, немножко далеко от моего места жительства, но это не мешает сюда приезжать и тренироваться, потому что атмосфера в зале и оборудование и многое другое, что вы увидите в выпуске, очень супер классно. Сейчас мы узнаем про цены, я расскажу, сколько стоит разовое посещение и месячный абонемент. Вот, дальше мы зайдем в туалет, снимем туалет, посмотрим, как раздевалки. И после этого я немного потренируюсь, покажу зал, какие-то фишки, что здесь привлекательно в этом зале. Пойдемте, я возьму pre-workout и расскажу. Redcorn One Gym – это зал, который принадлежит компании Redcorn One. Вот здесь очень много ее продукции. Также есть брендовая одежда, и у них очень классные pre-workout'ы. Я всегда беру pre-workout, когда тренируюсь в этом зале. Большой выбор одежды, в принципе, у них всегда. Большой выбор спортивного питания. Но нас сейчас интересует предтренировки. Вот такой вот возьму pre-workout. Дает энергию, памп. В принципе, это, наверное, основное, то, что я использую перед тренировкой и вообще из спортивного питания. Как многие знают, я не часто использую спортивное питание, уже давно, вот, но предтренировочники всегда использую. Сейчас мы спросим, сколько стоит зал. So the membership is $79.99 a month. Mm-hmm. And you come in and pay first and last, there's no contract. Mm-hmm. So there's that, and then there is a discounted for students, mm-hmm. or first responders, and that's $59.99 a month. Классно. Do you have one day pass? Yes, we have one day passes for $25. Cool. Yeah. Thank you so much. Thank you. Абонемент в зал стоит $80. Есть скидка студентам, это стоит $60. И разовое посещение $25. Для такого зала это очень-очень недорого, это очень круто. Сейчас пойдем проверим, как тут раздевалки. Итак, раздевалка, в принципе, в стиле Redcorn, синяя подсветка, очень все смотрится стильно, удобно, шкафчики и есть душевые. В раздевалке все, что нужно, есть классные душевые, классные шкафчики, в принципе, обстановка супер, как и в зале. Скорее уже в зал, я не терпится начать. Итак, зал начинается с кардиозоны. Кардиозона представлена, в принципе, всеми необходимыми тренажерами. Есть стейрмастер, эллипсы, беговые дорожки, которые можно делать ускорения. Вот такие дорожки не во всех залах есть, это редкие дорожки. Вот, и начнем с моего любимого здесь тренажера. Это машина Смита, которая выполняется под углом и по одной руке. Это очень редкая машина, пойдемте покажу. Итак, машина Смита, которая имеет под углом амплитуду. Смотри. Можно выполнять по одной руке, можно выполнять поочередно или одновременно. Здесь регулируется сиденье, как в машине, только круче. Можно делать угол, опускать и делать грудь вот таким образом. Супер классный станок, очень удобный, можно работать в силовом режиме и необычный угол. Таких мало где бывает, в каких залах, поэтому я люблю приезжать в разные залы, где есть станки, которых нету в других залах. Гантельный ряд очень большой здесь. Гантели начинаются с 1 паунда. Честно говоря, первый раз вижу в больших залах такие гантели 1 паунд. Это
500 грамм гантельки. Это у меня и сыну будет легковато. Пойдем дальше. Гантели все именные. Red Corn One. Начиная с одного и до 160. Это очень круто. И пока мы находимся в этой локации, сразу покажу вам такую приспособу. Это скамейки с помогателями для гантелей. Сейчас покажу, как это работает. Берем две гантели. Ну, давайте вот здесь сделаем. Ребят, уверен, что у вас в зале еще такого нет, но скоро к вам это придет. Смотрите, опускаем, берем гантели, выполняем упражнение. Фу, это для работы с тяжелыми весами. У меня сейчас маленькие, потом ставим и убираем. Круто, круто. Честно скажу, зал достаточно большой, и в нем очень много супер классных тренажеров, которые я люблю. Я вам покажу самые-самые любимые и которые редко в других залах, которых встречаются. Жим, армейский жим выполняется в тренажере вот таким образом. Разные рукоятки, можно делать по одной руке, можно делать двумя. Очень удобно и очень комфортно. Я со штангой армейский жим не делаю из-за того, что проблемы с плечевым суставом. Но в этом тренажере безумно комфортно. И рядом с ним вот этот мой топовый любимый тренажер. Здесь мы выполняем два сразу упражнения. Первое. Меняем положение рукояток. Первое. Хотя гораздо больше. Я имею в виду две группы мышц основные. Это плечи. Можно делать отведение. Можно делать передний пучок. Можно делать в наклоне задний пучок. И самый прикол в том, что меняется положение рукоядок. И можно делать сведение рук, как в кроссовере, для грудных мышц. Невероятно комфортное движение, потому что рукоятки вращаются под любой размер конечностей подходит. Вес тоже можно от самого маленького до большого ставить. Вот тут находится у нас кроссфит-зона или для функционального тренинга. Тренажеры, кольца, брусья, TRX-ы, всякие-всякие штуки для того, чтобы заниматься функционалом своего организма. Дополнительные всякие мячи, палочки, гири. Вон там кроссфитовская тема вся. Смотрите, какие классные гири. Надо будет сделать фоточку с этой. Очень необычные, интересные гантели. Здесь центр тяжести как бы смещен. И опять же для функционала, для того, чтобы работали мышцы стабилизатора. Я честно скажу, ни разу не занимался с этими гантелями. Ну и ни разу нигде не видел, ни в каком зале. Это для функционала. Очень большая линейка тренажеров для тренировки ног. Просто супер крутая. Здесь идеально тренировать ноги, но и не только. Из таких тренажеров, которые мало где встречаются, разведение ног без сидения, то есть выполняется стоя. Так, какой-то еще интересный надо тренажер, да, вам показать? Ну, пойдемте. Здесь ягодичный мостик, который любят девочки, девушки, дамы. Я со штангой очень-очень давно уже не приседал и не приседаю обычно. Из-за неудобного положения, во-первых, голеностоп мне неудобно, во-вторых, плечевой сустав.
Вот эта машина для меня подходит идеально. Подходим, встаем, убираем. Здесь можно приседать без рук. Можно делать выпады. Можно с узкой постановкой. Можно с умо. Просто. Любая постановка ног, комфортное движение, просто 5 баллов из 5. Это belt squats тренажер, такой же, как в джи-джиме, я вам показывал. Кто не смотрел обзор на джи-джим, вот здесь вот. Давайте сейчас обойдем еще тренажеры для ног и пойдем дальше. Очень классный гриф. Туда надо еще по 3-4 блинчика повесить, и будет здорово. Профессиональные помосты, где тренируются пауэрлифтеры и тяжелоатлеты, и вообще сильные парни. То есть полностью оборудован вот этот участок для людей, которые выступают на соревнованиях по пауэрлифтингу и стронгмену, и тяжелой атлетике. Специальные всякие приспособы, специальные блины. И даже есть скамья. Здесь выполняют становую и приседают. Скамья соревновательная для жима лежа. И специальная для приседаний силовая рама. Точно так же, как на соревнованиях. Убирается подставки, и человек с максимумом веса приседает. Интересный очень тренажер, похож по типу машины Смита, но здесь чисто приседания. Сейчас покажу, как выполняется. Отличается от предыдущих тренажеров для приседаний тем, что здесь более свободное движение, и мышцы-стабилизаторы больше работают и включаются. Но тоже безумно комфортное положение. Вот я не могу долго держать гриф из-за проблем с плечом. Но в этом положении просто идеально подходит. Идеально. Огромное количество жимов ногами тут. И есть жимы ногами два разных угла, где ноги работают отдельно по одной ноге. Можно делать поочередно, можно делать попеременно, можно делать одновременно. Есть тренажер для вертикального жима. Вот эта фирма его делает, Арсенал. Очень-очень классные современные тренажеры с очень классными профессиональными, так скажем, углами для профессиональных спортсменов. Естественно, для любителей тоже подойдут эти тренажеры. Я занимался в зале, где представлена вот эта линейка, очень-очень остался доволен. И пока тут рядышком стоим, сразу покажу еще тренажер для тренировки предплечий. Опа. Это для силы хвата. Для силы хвата кому-то это очень нужно, чтобы сильно хватать. Пойдем дальше. Классический набор коротких баров, грифов. Вот, есть прямые, есть изогнутые. Полный набор, полный фарш. И также представлена еще одна линия гантельного ряда. То есть гантели в зале просто дофига. Гантели тоже именные все. Рядом находимся. Есть лестница специально для того, чтобы выполнять какие-то там упражнения. Опять же, функциональные или икры, выпрыгивание, зашагивание и так далее. Для функционала развития
И здесь у нас линейка тренажеров для рук и спины. Пойдемте покажу у нас спину тренажеров. Безумно удобная тяга со свободным весом. Веса здесь сейчас нету. Я повешу, чтобы было видно, как выполнять. Для демонстрации я буду брать небольшой вес, вот. А для тренировки, конечно, будет побольше. Безумно комфортное движение. Можно выполнять по одной. Можно обратным хватом. Можно прямым широким хватом. Тут же рядышком. А в этом тренажере рукоятки вращаются, то есть можно хват по ходу действия менять, делать пронацию, ротацию, супинацию, все, что захотите. И тоже работает по одной руке, либо одновременно. А вот сейчас покажу точно редкую штуку. Отодвину. Тренажер специально для упражнения тяги по одной руке. Специальная подставка для ноги, специальная подставка для руки. И специальная подставка для гантели, чтобы было удобно делать. Берем гантель, выполняем упражнение. Ставим и меняем сторону. Все это упражнение делают на обычной скамье, но тут придумали специальную скамью, вот такое приспособление для того, чтобы делать это упражнение. Комфорт в первую очередь. Тоже редкий тренажерчик для тяги, и его делает фирма Арсенал, о которой я вам говорил совсем недавно. Тут можно делать, кстати, бицепсы, махи на плечи с гантелями, махи вперед. Но вот это специальное приспособление для тяги. Максимально растягивает. Круто. А вот эти приспособления для гантелей. Чтобы можно было брать гантели, удобно и делать тяги с гантелями. Более-менее классический тренажер, который вы наверняка уже все видели или у вас есть в вашем зале. Но вот рядышком вот эти вот рукоятки, которые вращаются, можно менять хваты и менять рукоятки. Вот такой тренажер тоже достаточно редкий. Крутой очень тренажер. И пока мы здесь стоим рядом, хочу показать вам экран. Здесь очень часто, точнее постоянно крутят видео тренировочные, мотивационные, либо соревнований команды Red Corner. У Red Corner одна из самых, наверное, самая большая команда спортсменов. Есть и пауэрлифтеры, и бойцы ММА, и фитнесистки, и бодибилдеры, и классик физик, мэнс физик. Просто огромнейшая команда. У них даже команда превращается в семью. Сам хозяин, да, этой всей фирмы и бренда Red Corner тоже тренируется. Часто снимается тоже в роликах и в мотивационных видео. В общем, это такая огромная машина, которая собрала разные виды спорта. И в этом зале тренируется очень много профессионалов. Профессионалов из разных видов спорта. Поэтому этот тренажерный зал отличается своей, как бы, харизмой и своим духом. Довольно-таки новый тренажер в этом зале. Тяга с упором. Продемонстрирую. Рукоятки вращаются, что дает дополнительный комфорт и выбор хвата. Параллельный, обратный, прямой. Как большинство тренажеров, здесь можно делать по одной руке или двумя.
Тренажер, который тоже хочется отметить, это тяга фирмы Arsenal с наклоном вниз рукояткой. Обычно здесь ребята работают с достаточно большим весом для того, чтобы проработать спину. И завершает линию для спины очень-очень старый тренажерный утилус для упражнения пулловера. Это уже old school, baby! Кстати, когда я жил в России, в Украине, ни разу не делал на таком тренажере упражнения. В Штатах этот тренажер довольно-таки популярен. Довольно-таки интересное решение для места вешания рукояток. Вот, даже бывает порой очень смешное, но выглядит круто. И рукояток достаточно большое количество любых хватов, любых калибров и размеров. То, что позволяет качественно тренироваться и выбирать, какое упражнение и каким хватом вы будете делать. Супер эксклюзивный тренажер, который я нигде не встречал, находится совсем рядом. Это бицепс-машина. Хват здесь только один, хотя нет, можно еще обратным верхним хватом делать. Вот, делается, выполняется сгибание рук. Чем хорош этот тренажер? Рукоятка вращается. Положение корпуса очень стабильное и удобное, при этом не чувствуется никакого давления на локтевые суставы. То есть очень комфортное, безопасное движение. Я думаю, что подойдет как новичкам, которые никогда не тренировались, так и профессионалам. Очень-очень комфортный тренажер. Для бицепса пятерочку ставлю. Переходим к грудным мышцам груди и тренажер «Жим стоя». Различные варианты хватов для того, чтобы подобрать нагрузку и для высоких и низких атлетов. Сейчас я продемонстрирую, как оно работает. Встаем, выбираем хват, нажимаем педаль. Очень хорошо растягивает грудные мышцы и потом сокращает. Закончили делать и поставили на место. Здесь свободные веса и совсем рядышком паната, тренажер на верхнюю часть груди с амплитудой, которая сужается к концу движения для того, чтобы больше и лучше сократить мышцы в пиковом напряжении. Можно менять хваты, выбирать хват. Тоже паната. А, нет, это максимум. Это не паната, это максимум тренажер, который на нижнюю, для нижней части груди, для проработки. С наклоном вниз. Также меняется хват. Можно наклонить чуть-чуть корпус. Можно прижаться. Крайний раз, когда я здесь тренировался, мы делали в этом тренажере, грудь очень сильно хорошо чувствовалась и на следующий день болела по всем участкам. Мы пропустили один классный тренажер на плечи, пойдемте покажу. Немного необычное положение, стоя на коленях, выполняются махи в стороны. Для чего оно надо? Для того, чтобы максимально изолировать корпус и помощь ног. Ногами мы помочь не можем, корпус прижат, просто безупречная изоляция. И здесь уже с большими весами поработать достаточно тяжело. Вот, идет точное попадание в средний пучок дельт.
Друзья, зал огромный, тренажеров очень много. Абсолютно на все группы мышц есть тренажеры. Я постарался показать вам более-менее эксклюзивные и интересные тренажеры, как минимум, которые нравятся мне больше всего. Обстановка в зале супер. За атмосферу ставлю 5 из 5. Площадь зала большая, комфортная, но есть все-таки залы и побольше. Поэтому я ставлю 4 с плюсом за площадь зала. Дальше цена. Цена для такого зала недорогая. Вот, ставлю 4 из 5 за цену. Разовое посещение все-таки $25 дороговато, есть и дешевле. Оборудование. Оборудование ставлю твердую пятерочку с плюсом из 5 возможных. Потому что оборудован просто шикарный зал. И даже несмотря на то, что он далековато от моего дома, я сюда проезжаю именно из-за оборудования и атмосферы. Атмосфера здесь, приходишь в зал, реально хочется тренироваться. И локация. Локация, к сожалению, не самая удобная. Вот. Даже для тех, кто живет в Бока-Ратоне, все равно это находится не в центре города. Надо чуть-чуть выезжать. Вот. Поэтому за локацию я ставлю двоечку, даже троечку, наверное. Наверное, двоечку поставлю, потому что локация неудобная. Вот. И если бы локация была там 4-5, я бы ездил сюда гораздо чаще. Вот с такого ракурса виден весь абсолютно зал. И видны зоны тренировочные. Вот эта зона для функционального тренинга. Здесь зона для тренировки ног. И такая силовая зона, где тренируются пауэрлифтеры и стронгмены. Дальше у нас идет руки и спина зона. Впереди у нас кардио-тренажеры, кардио-зона, плечи и грудь. Вот. И два блока есть, на котором выполняется большое количество упражнений. Ее можно отнести к любым зонам, так скажем. Огромное-огромное количество гантелей. Гантелей, наверное, здесь самое большое количество, которое я видел в тренажерном зале. Мало того, что полная линейка, она еще представлена тремя линиями, так скажем. Рад сделать обзор Red Corn One Gym, потому что это один из моих любимейших залов. Те, кто досмотрел видео до конца, спасибо огромное. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Скорее всего, пора уже начинать какие-то делать конкурсы и разыгрывать, я думаю, какие-то классные призы. Поэтому будьте активными, следите за новыми обновлениями, новыми роликами. И увидимся в следующий понедельник. Всем физкульт, пока!